Пошла вторая неделя избирательной кампании по выборам президента Приднестровья. Уже есть 4 выдвиженца, которые изъявили желание побороться за пост главы государства. Официально свою кандидатуру выдвинул президент Евгений Шевчук. Выдвинувшиеся кандидаты получили возможность агитировать посредством личных встреч с избирателями, а также в процессе сбора подписей. Подать документы и подписные листы на регистрацию в ЦИК им необходимо в срок до 10 ноября. Напомним, что на пост главы государства может быть избран человек, состоящий в гражданстве Приднестровья не менее 10 лет. При этом он должен постоянно проживать на территории республики и быть не моложе 35 лет. Президент избирается на 5 лет. Сами выборы президента состоятся 11 декабря. Если по их итогу выяснится, что ни один из кандидатов не набрал на них больше 50% голосов, пройдет второй тур голосования. Ранее новый созыв депутатов Верховного Совета снизил порог явки избирателей на президентских выборах с 50% до 25%. На территории Бендеры образовано 32 избирательных участка. Горсовет утвердил их границы. Напомним, что избирательные участки образуются на 5 лет для проведения выборов различного уровня, голосования на референдумах и по вопросу об отзыве выборных лиц.